Напомним, в нашу редакцию обратилась жительница индустриального микрорайона. Она обеспокоена дорогой, которая ведет к 4-й школе. Это поворот с улицы Пушкина в сторону 35-го дома индустриального микрорайона. Она пролегает мимо школы и упирается в улицу Ломоносова. Я очень прошу нашу администрацию городскую обратить на это внимание, службу ГАИ. Потому что, как говорится, пока у нас еще не было, вот не слышно было о случаях несчастных, но у нас, как говорится, есть пословица русская: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И давайте, пожалуйста, не будем ждать, когда это грянет, а хотя бы, ну, я понимаю, сейчас в зимнее время невозможно тут сделать там тротуар или что-то еще, но неужели нельзя хотя бы трактор прогнать, чтобы хотя бы скользоту вот эту убрать? В администрации пояснили, что эта дорога является технологическим проездом и проходит по территории земельного участка, образованным под строительство Ледового дворца. А значит, содержание данной дороги не может быть возложено на какие-либо организации. Отсутствует и возможность выполнения работ по строительству тротуара. В дальнейшем при возведении спортивного объекта будут предусмотрены мероприятия по благоустройству прилегающей территории, в том числе и устройство тротуаров и подъездов к объекту.